закончили проклейку виброматериалами. Весь материал предварительно разогревается, клеится на горячую и прокатывается все валиком. Вот так выглядит теперь у нас багажник. Арка усиленным материалом тоже проклеена. Проклеено все и тщательно прокатано. И закат на салон, вибро, передние арки, водителя, пассажиров, все тщательно проклеено. Также все клеилось на горячую и прокатывалось валиком. Вот так теперь у нас упакованы днище автомобиля. Приступаем к проклейке шумоподвращающих материалов.